Нуждики. Алло, это Баня? Нет, это его брат Володя. Броненосец с потелком. У меня украли паспорт. В милиции был? Был. Не они. Ты видел сон про обезьянок и бегемота? Нет, не видел. Посмотри, классные. Папочка, а почему у меня никогда не выпадает день рождения на пятницу 13-е? Да потому что ты родился 24 июня, идиот. У меня сегодня свидание. С резиновой куклой? Нет, с настоящей девушкой. Ты поссорился с резиновой куклой? Как тебя называет жена? Обезьяной. Это почему? Потому что от меня уже произошло несколько человек. Скажите, у вас ноги от рождения такие кривые, или вы их бегудями накручиваете? Счастливые ментов не замечают. Ну и синяк, ты что, стукнулся ночью о дверь? Спрашивает один приятель другого. Нет, это моя домашняя фея приложила свою волшебную палочку к моему лбу. Оля, отлично выглядишь, бухала вчера. Объявление. Боксер-профессионал разукрасит любую морду под хохлому. Девушка, что вы будете, водку или самогон? Ой, ну я прям даже не знаю, все такое вкусное. Сторонники газового оружия до сих пор спорят, что все-таки лучше, газовый ключ или газовая труба. Я вас, кажется, где-то видел. Да, я там часто бываю. Хозяйки на заметку. Если муж назвал вас в постели чужим именем, откликайтесь, не пожалеете. Не тот герой, что кучу баб победил, а тот герой, кто с одной бабой всю жизнь борется. Мы делили апельсин, много наших полегло. Девушка, да что ж вы так убиваетесь? Вы ж так никогда не убьетесь. У меня к вам два вопроса. Во-первых, сколько это стоит? Во-вторых, почему так дорого? К двери подходит переписчик и звонит. Кто там, раздается голос из-за двери? А кто там, спрашивает переписчик, мгновенно приготовившись писать. Ну как тебе твой новый ухажер? Вялый какой-то, будто его в теплице растили. В смысле, огурчик так себе? У вас есть разрешение на торговлю в Москве? Мне такое разрешение иметь надо, нет, я сам москвист. Девушка, как от вас приятно пахнет, что вы сегодня пили?